Совет по инвестиционному климату рассмотрел сегодня два новых проекта. Первый предусматривает создание производственных мощностей по выпуску комплектов объемно-блочного домостроения. Это позволит еще более успешно решить задачу обеспечения жителей республики комфортным жильем эконом-класса. Завод ОБД планируется построить в Чебоксарах. Сегодня у застройщика, вернее, у строителя, у инициатора проекта, вернее, есть в собственности земельные участки, это порядка 140 гектаров, которые позволят возвести больше 1 200 000 квадратных метров жилья. Стоимость проекта – это почти 700 миллионов рублей. 156 рабочих мест, средняя заработная плата более 32 тысяч рублей будет создана. Ну и сроки реализации проекта – это сейчас уже после предоставления земельного участка. Это проектирование, то есть с текущего года до 2022 года. Объемно-блочная технология позволяет не только ускорить процесс возведения жилья, но и существенно снизить его себестоимость. То есть цена реализации, допустим, минимальная, будет где-то на уровне 30 тысяч для нуждающихся в улучшении жилищных условий или для тех, кто хочет приобрести жилье. Так? Рассчитывали 30-35 туда, в этих пределах. Хорошо. Второй проект – расширение действующего производства стальных дверей. Строительство нового завода на территории индустриального парка позволит увеличить и объемы выпуска, и географию поставок. У компании хороший экспортный потенциал. Уже сейчас она работает с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общая стоимость проекта – 125 миллионов рублей и 50 рабочих мест в перспективе. Сегодня же на инвестсовете правительство республики подписало соглашение со Сбербанком о совместном продвижении бесплатной онлайн-площадки для поиска зарубежных партнеров. Предприниматели смогут размещать здесь информацию о себе и своем товаре, знакомиться с предложениями поставщиков, получать бесплатные консультации по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности.